В этом обзоре транспортная сумка средних размеров Fisherman модель FM33M. Благодаря современному крою данная сумка не выглядит громоздко и с успехом может быть использована как туристический или спортивный инвентарь. Для переноски сумка снабжена двумя лямками, которые легко объединяются захватом на застежке-липучке. Каждая лямка усилена металлической клепкой. Сумку можно носить на плече, для этого предусмотрен широкий ремень на карабинах с вертлюгами. Основное отделение занимает 2/3 объема, его клапан застегивается сверху на молнию. Для защиты от истирания на дно сумки уложен жесткий полимерный вкладыш. Размер основного отделения чуть более 30 литров. На дне сумки есть 4 полимерные опоры. С внешней стороны находится карман на молнии для документов и мелких вещей. Есть 4 открытых кармана сетки, по 2 с каждой стороны. Ну и конечно боковые отделения, они весьма объемные и очень удобные. Например, плотная флисовая толстовка помещается туда без проблем. Ткань сумки не пропускает воду, поэтому боковые отсеки можно использовать для размещения мокрых или влажных вещей. Удобство данной сумки вы можете оценить в полной мере, разместив заказ в нашем интернет-магазине.